постоянно. Чонки, ну вот время интервью. Ну что? С полным ртом. Хорошо. Просто хорошо все. Вообще супер. Все хорошо. Вот это и интервью. Очень все хорошо, все супер. Чудесно, когда... Весело, здорово. Хорошо, когда интервью бывают короткими. Ладно, в следующий раз получится интервью. Очень здорово. Большое-большое спасибо девчонкам. Девчонки! Замечательно. Так, кушаем. Чонки, слушайте. Хорошо. Это интервью. Давай. Можно даже специально, знаете, в этот момент, когда горячий чаек, полный рот бутербродов. Да? Ну, послушай что-нибудь. И в этом прелесть наша, то, что мы можем себе позволить. Да. Мы уже в таком возрасте, что мы уже можем позволить себе все. И даже больше. Мы в прекрасном возрасте, когда возраста нет. Да. Когда... Он прекрасный. Надо принимать как есть, радоваться, да? И вот с каждым... Очень вкусно. Ага. Минута, и с каждым годом мы становимся все прекраснее и прекраснее. Да. Можно частушку спою? Давай. Это входит в интервью. Давай. Она Динамо я была, там меня обидели, девок всех пощупали, а меня не видели. Хорошо сидим, девчонки, стоим. Класс. Могу Вильгарте это спеть, могу еще где-нибудь. Девчонки, время интервью. Время интервью. Все классно. Как есть. Как, знаете, все вот классно. Как есть оно, просто. Особенно нам понравилось, мы дамы хоть куда. Поддержаться есть там... куда. Вот. И вообще все хорошо. Ой, девчонки, это хорошо. Ты записываешь или как? Я, да, конечно, записываю. Уже? А, ты записываешь? Так это естественно. Мы все равно хоть куда. У нас называется интервью без подготовки. Это наша фишка. Так нормально, что мы сегодня все собрались. Да. В честь 8 марта, да? Да. Говоришь, марта. Нет, спасибо вообще всем. Всем. Вот все мы вместе, это сила. Да, это мы. Это Динамо. Тебе за клич. Спасибо. Главное кликнуть. Да. Все девочки, конечно, главное. Да. Девчонки, все здорово, все спасибо. Меня радует, что мужчин прибавляется. А, да, она... С каждым разом. В арифметическое дождемся, когда будет геометрическое. На этом мы завершим.